Вторая половина апреля. Тепло. В этом году очень тепло. Отлично взошла горчичка. Зеленый ковер на участке. Плюс радуют цветы. Алисум скальный зацветает. Красиво. Какие сейчас работы на винограднике? Ну, особых работ и нет. Железным купоросом вы кусты обработали, сухую подвязку сделали. Теперь распускаются глазки. Распускаются довольно неплохо. Очень хорошо сохранились в зиму, но некоторые лозы стоят голые. Глазки или повымерзали, вряд ли повымерзали, зима была очень теплая, скорее всего повыпривали во время зимних оттепелей. Глазки выпрели. Но есть еще надежда. Меня часто спрашивают, что в этом случае делать. А что делать? Только ждать. Есть возможность, что распустятся зимующие почки в глазках. Ведь глазок состоит из 3, 4, 5 почек. Есть основные почки, есть зимующие. Если выпрели основные, могут распуститься зимующие. Ждем и надеемся. При достижении побегами размеров 7-10 сантиметров можно произвести первую обработку от мильдию и аидиума. Использовать можно ридомил голд и от аидиума что-то серосодержащее, тиавид джет или же тилт 250. Тогда же можно будет удалить двойники, вот как здесь. Один из побегов удаляется, более слабый. А бывают и тройники, вот как здесь. Но это, конечно, лучше делать после того, как минует угроза возвратных заморозков. У нас здесь, на юге Украины, это обычно после 10 мая. У вас, конечно, свои сроки. В разных регионах разные сроки. А здесь у меня в этой мини-тепличке осенняя прививка. Сейчас посмотрим, как она выглядит. Вот, открываем. Открываем. И смотрим. Ну что, чудесно. Верхние глазки распустились. На первом черенке я вижу и нижний побег тоже есть. И на втором черенке почка набухла, нижняя. Верхние довольно хорошо уже распускаются. Ну, надеюсь, прививка будет хорошая, удачная. Особых работ сейчас на винограднике нет. Ждем распускания почек, надеемся, что проснутся зимующие почки. Можем вот в такие вот парнички высаживать саженцы винограда, однолетние, а также вегетирующие, зеленые. Укрытие вот такой агротканью, с панбондом, лутросилом, предохранит от возвратных заморозков. Ну и, конечно же, приходим на участок и радуемся весне. Прекрасно выглядит и малина. Крепыш. Приносим на участок рассаду, закаливаем ее. Да помидорчики. Хорошо весной.